Так, в этом видео хочу рассказать о своей идее. Смотрим мы на эту камеру HPAPA от СХС, которая сосуществует с моей системой с гайкой. Вот. Все ничего. Но минусы этой штуки в том, что она пластиковая, да? То есть все хорошо, но она пластиковая, и она ломается здесь, может сломаться при неудачном ударе ноздря. Просто она пластиковая. И тут я решил все свои идеи последнего времени объединить и сделать следующую штуку. Итак, собственно, прочность-то нам где здесь нужна? Прочность нужна в зоне подачи шаров, какая-никакая, и система крепления ствола, и к ВВД-системе система крепления. Здесь можно использовать систему фазер для моих систем. Итак, печатаем на 3D принтере прямо с резьбой основу всего. Токарим с цанговым зажимом центральный, как бы сказать, то, что будет со стволом, и шароподатчик. Собираем все это дело вместе. Сразу скажу, сделал только отверстие шароподачи, не делал отверстие под резинку, но это детали, как бы это сделать не тяжело. Закручиваем, собираем все вместе. Вкручивается эта часть. Так, сейчас туговато. Ладно, использую грубый инструмент под названием патрон. Ну, можно плоскогубцами, конечно, воспользоваться. То есть, опять же, это все туго, пока закручиваешь два раза. Потом все становится свободней. Так. Закручиваем так, чтобы окно шароподачи совпало с, собственно, с подачей шаров. И вкручиваем систему подачи шариков, которая, к слову, фиксирует теперь все вот это дело от проворачивания. Там, потому что выфрезерован паз, прямая поверхность, эту штуку вкрутили в упор, и теперь ты эту штучку фиг повернешь. Стволик крепится на цангу. Так. Смотрим в ствол, видим идеальную соосность. Ну, тут вряд ли вы увидите, но она там есть. Ну и, собственно, все. Собираем систему систему с гайкой. Сейчас тут важно попасть. О, есть. Вуаля! Все. Камера HPAPA к ВВД-системе. Система фазер, пожалуйста, сюда ее ставим. Здесь делаем под этот самый, как сказать, под шароподачу, ой, вернее, под резиночку отверстие более или менее прямоугольное. Ну, а здесь система фазер со своими регулировками. Вот такая вот моя идея была, я ее реализовал в металле, можно сказать. То есть все это абсолютно соосно. Можно зажать в токарный станок, покрутить, и все будет отлично. Спасибо за внимание.